наш новый дом. Не чета Норвегии, но скоро мы подчиним себе этот край. Я рада видеть любой берег, и мне уже не терпится вновь вступить на твердую землю. Не стоит торопиться. Перед нами простираются лишь земли саксов, королевство Мерсия, враждебный край. Враги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Рандви, суши весла! Ждите нас! Ты заметил там что-то? Пока нет. Лучше мы обезопасим для вас путь. Следуйте за нами, когда солнце коснется горизонта. Поняла. Да благословит вас всех Тор. Скоро увидимся. Вперед! Да! Я готов ко всему, что приготовили для нас эти пахари-альвы. Сигурд, сыны Рагнара ожидают нас? Пока нет, но они не будут возражать. Из четырех королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит, мы... Нет! Мы поговорим с ними, обсудим все. И поделим эти земли между собой, так как захотим. Смотрите, это что, город? Скучные дома и одна единственная руна их робкого бога? Ее называют распятием, Даг. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их. Взять хоть жертвы Одину Одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. Вот в чем разница. Пусть саксы кажутся нам странными, нас они воспримут не лучше. Молот! Вот символ, достойный бога. Этот крест слетел бы от одного удара молнии. Смотри, что они делают? Топят свою жертву. Да, это крещение. Неужто ты так мало знаешь о христианах? Что? Я просто позабыл. Да и разговор хотелось как-то поддержать. В том месте верно только жрецы и молящиеся. Причалить и разграбить дом их бога будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда! Они подносят своему богу серебро и само... Там их будет уйма! Позже, да. Сперва поселение, пограбить еще успеем. Сюда, все к берегу! Высадимся здесь! Путь преграждает цепь, протянутая через реку. Нужно убрать ее и плыть дальше. Цепь? Ее можно разрубить? Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать ее. Я пойду. А я отправлюсь вместе с тобой. Нет, Даг, останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хороший план. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Тут надо быть аккуратнее. Эй! Я вижу Данку! С нами милость, Божья! Вместе мы справимся, друзья. Ты заплачь! Цепь огромна и, кажется, плохо закреплена. Собью ее выстрелом.
быть свободен. Цепь убрана! Эйвор, бегом на корабль! Скоро прибудем. Сигурд, зададим этим сам трепку и заберем их сокровищ. Легче легкого. Еще не время, Дак. Нам нужно двигаться дальше. И нам нельзя медлить. Будьте бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой и элем. Нужно было их предупредить, чтоб поджарили для нас что-нибудь. Если Хальфдан, Убба и Ива Рагнарсона не нашли еды в Англии, мы все голодаем. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. С элем золотым, как сокровище, которое мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно, Дак? Ему так лучше. А я же хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь много. Великанов? Великих римлян. Империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, да. Руины — след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец-то! Ступим на твердую землю! Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Корабли заметны. Отправимся пешком. Мы пойдем вместе с Дагом. Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их как ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане. Да, Эйвор, за мной. Пожаловал. Наши реки загрязняют мерзкие даны. Ты назови свое имя. Я Сигурд, ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков данов. Убирайтесь, язычники. Или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пасть, скотина, и сражайся. Получай! Ты что, на меня?
правой стороны! Смотрите здесь все. Хватит с меня неожиданностей. Да уж, я проверю длинный дом. Вроде никого. Что скажешь, дорогая? Согласна. Эйвор! А ну стой! Кто ты такая? Одна из этих разбойников? Сигурд, Даг, сюда! У них были пленники. Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Очень отважно. Жаль, что вы связаны. Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать. Тише, друг. Вам ничего не угрожает. Как вас зовут? Яньли. Торговка, не разбойница, как те мерзавцы. А это Роуэн. Верно, Роуэн. Я всего лишь конюх. Следил за лошадьми. Раньше разбойники их продали. Пытались продать и нас, любому, кто захотел бы купить рабов. Но я скорее вырвала бы им глаза. И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальфдан хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара. Но их здесь уже не было. Развязать их. Вы знаете сынов Рагнара? Да, я продал братьям немало лошадей. Славные люди, платят достойно. Судя по виду лагеря, их нет давно. Куплю товары, начну сначала. У меня хватает друзей и союзников, но будет непросто. В любом городе и деревне пригодится конюх. Я снова буду трудиться где-нибудь. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении. И торговка, и конюх придутся очень кстати. Я с тобой согласен. А друзья Рагнарсонов и наши друзья. Верно так? Тебе точно виднее, Сигурд. Янли, Роуэн, я Сигурд, ярл Форнбурга, сын Стюрбьорна. Это Эйвор. И Даг. Вы свободны. Но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться. Мы согласны. Хотя бы пока не встанем на ноги. Договорились. Добро пожаловать в клан Ворона. Те, кто были чужими, станут одним кланом. Остальные прибыли. Идем.
Это место мне очень по душе. Итак, семья, друзья, это наш новый дом. Отлично. Таким длинным домом можно гордиться. Идем. Хочу показать тебе одну находку Рандви. Эйвор, Сигурд. Вот Англия. Четыре королевства. Мерсия, Восточная Англия, Нортумбрия и Уэссекс. Судя по картам, которые я здесь нашла, сыны Рагнара решили двинуться дальше в земли Мерсии, сюда. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь, в этой безымянной рощице. Безымянной? Так не пойдет. Есть у меня одна мысль. Рейвенсторп, дом клана Ворона. Неплохо. У тебя дух Скальда. Однажды это название будет знать вся Англия. Одного названия мало. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гунуру с этим? Будут нужны припасы. Соседи поделятся ими. Даже если не захотят. Начнем набеги, едва поселившись здесь. Чтобы подчинить край себе, вежливых просьб мало. Пойду поговорю с Гонором. Отлично, дорогая. Что-то еще? Записки, старые письма и рисунки, послания на рунных камнях. Мне далеко не сразу удалось понять, что имелось в виду. Неплохой, я могу тебе чем-то помочь? Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. А, значит, ты пойдешь в набег. Славно, славно. А, скучаю по былым временам. По грабежу, песни мечей и треску щитов. Я позвала бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет, так что ты незаменим. А, не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. Там отмечены жилища саксов-монахов. Ну да, разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится.
Слушайте меня внимательно. Мы отправимся в набег во благо клана. Поселение не отстроить без добычи. Наконец-то! Разграбить монастыри христиан будет легче легкого! Парус пока не поднять. Монахи знают, что мы здесь. Монастыри будут хорошо охранять. Монахи с их молитвами нам не помех. Давай. Прольем пот битвы! В бой! Я готов! Только скажи! Умрешь быстро! Ну, помоги же мне! Ты
стоит оставлять добычу. Дело сделано! Идем!
на фронт! Сбуждают щиты! Эй! Славный был день, и все вы хорошо потрудились. Пора возвращаться домой. Ты уверена, что где-нибудь не найдется еще пара золотых самородков? Уверена, нет. Эйвор, сколько засечек? Засечек? Да, я не веду счет убитым. Их чересчур много. Ну, конечно, сестра. Я вот убил 26, вроде как. Да, когда мы прибыли, их не было и дюжины. Нет, нет, ты их не видел. Они напали из леса. Что ты вытворяешь? Здесь парус не поднять. Hearken well in hall. Отлично, Эйвор. Эта кузница куда просторнее, чем моя старая в Форнбурге. Заходи в любое время. Лучше меня, кузнеца, ты нигде не найдешь. Конечно, Гуннар. Зайду.